Люди же, да, чушь несут. Да, да, да. Ну, это театр абсурда. Да, мы же в Кингсленде. Там вот последняя сцена, я еще пока не понимаю, как... Может быть, вообще мне ее, условно, встать и орать. Да, да, конечно. Но это мы тогда уже потом к ней подойдем. Сейчас тут все равно большая часть у них такой спокойная все более. Да. Так, вначале представляюсь и говорю, почему. Да, да. Здравствуйте, я Найк Борзов. Сегодня я читаю пьесу «Лысая певица» Эжена Ионеску. Это произведение о чисто англичанах, о настоящих английских людях. Но все это, конечно, как присуще театру абсурда, доведено до абсурда. Миссис Смит. О, миссис Мартин, он завязывал шнурки, они у него развязались. Трое остальных. Фантастика!